Доброе утро, моя любимая страна. Всем с добрым, прекрасным, хорошим утром. Сегодня хорошее утро у вас, у ваших близких и, конечно же, у ваших питомцев. Наша сегодняшняя тема – это избыточный вес. Так получается, что в нашем мире, человеческом мире, избыточный вес очень часто это не модно, если можно так сказать. Но и самое главное, что это еще и определенное заболевание, как правило, вес несет для нас. Также у животных избыточный вес – это много различных нарушений. Как правило, номером один в избыточном весе у собак и кошек – это заболевание под названием сахарный диабет. Сложное системное заболевание, которое чаще всего уносит жизни. Поэтому подсказка для вас сегодня следующая. Контролируйте вес ваших питомцев. На самом деле это несложно. Если вы кормите коммерческими кормами, там есть две, скажем так, такие шкалы. Это возраст и это вес. И согласно этих двух цифр вы высчитываете тот вес, который необходим, корма, который необходим для кормления вашего питомца. Если это обычная еда, опять же в интернете очень много различных примеров и статей и подборок, которые подскажут, сколько нужно еды. Придерживайтесь и кормите правильно ваших питомцев. Подсказка для вас сегодня такая. Пользуйтесь и знайте. Всех благ и хорошего дня. Я девочка красивая, мне все так говорят. И все мальчишки с нежностью в глаза мои глядят.